Шесть команд на протяжении 4 дней боролись за пальму первенства в зональном туре 9-й спартакиады «Роснефть». Хочу вам сказать спасибо, пожелать дальнейших успехов. Ну и вы знаете, что девиз 9-й спартакиады «Роснефть играет, Роснефть выигрывает». В результате бронзовым призером спартакиады была признана команда «РН Буриния». За 3-е место в зональном туре спортсмены были награждены кубком, дипломом и сертификатом на приобретение спортивного инвентаря на сумму 100 тысяч рублей. Главными же соперниками стали команды «РН Юганскнефтегаз» и «Ангара», составленные из сотрудников предприятий АНХК и завода полимеров. Чего не хватало, так это борьбы. А так все остальное замечательно. Даже несмотря, что иногда дождь был, это не испортило спортивного праздника ни грамма. В результате кубок, диплом и сертификат на 200 тысяч рублей за 2-е место достались команде РН «Юганскнефтегаз». Победу в спартакиаде одержали спортсмены «Ангары». Наша команда на протяжении уже нескольких лет продолжает оставаться лидером корпоративных соревнований. Завтра мы еще отдохнем, как бы. Потом будем тренироваться в Москву, на московскую спартакиаду. А там с 11 по 16 августа будут соревнования. К слову, командам РН «Юганскнефтегаз» и «Ангара» еще предстоит помериться своими силами в финале. Именно они отправятся в столицу, чтобы защищать честь своих предприятий в финале спартакиады нефтяной компании «Роснефть».